вход. Если важного. При этом так находится в движении. И как возможно, поражены, друзья. Давайте 42 тонны воды, дорогие друзья. Дорогие друзья, с вами прощаются экипажи боевых. А на Урал-Вагонзаводе было выпущено 35 тысяч танков. Поэтому... Где ведется стрельба из 30-миллиметровых орудий. Из штатного вооружения по третьей огневой дорожке 100-миллиметровым. Огонь! Вот он бросается в водную стихию. И преодолевает ее под ваши аплодисменты. Гвардии майор Дженяшвили из города Тверь. На чем бы вы думали? На Ил-76. Отличительной особенностью является стабилизированный комплекс вооружения, включающий автоматическую пушку калибром 30, около 1,5 километра. Друзья, при этом это на корму. Стоит зрителей, поворачиваясь к вам, то кормой, то носовой бронированной частью. Давайте и мы поприветствуем этого его. Рядом с вами кто-то живой. И давайте этому живому человеку, а также концерну «Калашников».